Добрый день! Это ProObзор от компании ProTechnology, и сегодня мы поговорим про четырехосевой токарный станок QuickTech i42 Eco. Токарные станки i42 Eco в основном применяются для работы с прутковыми заготовками и используются для изготовления сложных деталей в крупносерийном производстве. Характеризуются высокой скоростью и многофункциональностью, легки в обслуживании и позволяют достичь высокой производительности и эффективности. Система инструментов станка i42 Eco состоит из 16 позиций, 10 стационарных, из них 6 токарных и 4 расточных, а также 6 приводных позиций. Инструментальная система станка представляет собой вертикальную колонну. Смена инструмента осуществляется за счет перемещения колонны по оси Y. Скорость смены инструмента выше, чем у револьверных станков, а возможность обработки шире, чем у станков с горизонтальным инструментальным столом. Станок спроектирован на единой базе по принципу модульной конструкции, что позволяет оптимизировать производство и снизить стоимость конечного продукта, а также значительно сократить время производства деталей. Отличительной особенностью модели является возможность оснащения инструментальной колонны осью B, то есть поворотом на 360 градусов и увеличением количества инструментальных приводных позиций до 12. Данная опция существенно увеличивает функциональность станка. В базовой комплектации все станки оснащены системой ЧПУ Mitsubishi, которая максимально оптимизирована для работы с механическими частями станка QuickTech. Станок QuickTech i42 Eco применяется для следующих операций: точение наружных и внутренних поверхностей, обработка канавок, сверление отверстий, в том числе неосевых, нарезание резьбы и фрезерование. Компания ProTechnology занимается поставками токарных станков от бюджетных до премиальных. Более подробную информацию вы сможете найти на нашем сайте в разделе «Металлорежущее оборудование».